Здравствуйте, друзья. Многострадальный банк Траст, предсмертные судороги, попытка взыскать. Ролик, сразу говорю, небольшой, коротенький, но такой, знаете, самодостаточный. Мне нравятся такие, как я его назвал, сразу в нокаут с первого удара. Я сейчас не имею в виду, что я врезал женщине. Это банк. И он заслуживает всяческих таких вот жестких отношений. Мне кажется, изящно получилось. Давайте послушаем, и в комментариях я хотел бы вашу оценку увидеть. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Кто это? Здравствуйте. Звонок из банка Траст. Павел, меня зовут Ольга Анатольевна Штерн. Александр Геннадьевич, это вы? Да, это я. У вас по кредитной задолженности имеется по договору 55-54. Оплата сегодня или завтра поступит? Не готов ответить. Что? Я не готов ответить так категорично на вопрос. 71 день вы можете оплатить в полном объеме. 23 тысячи вам нужно что? Оплатить сегодня-завтра крайний срок. Угу. А что произойдет, если не произойдет? Денежные средства вы изыскиваете, иначе банк выставит полное досрочное погашение. А, вот это и есть та санкция. То есть вы ответили на вопрос, что произойдет. Банк выставит досрочное требование. Окей, я согласен. Дальше что? Значит, ищите сумму полного долга. Нет, меня искать не надо. У меня есть эти деньги, но мне интересно, что же произойдет после того, как я не оплачу. До свидания. Ну что? Знаете, друзья, как я называю подобное? Проблески ума. То есть у этой девочки еще, как говорится, есть какие-то вот способности остались размышлять, мыслить. Ну, не все потеряно для нее. Потому что, поняла, что здесь шагать-то некуда. Здесь нужно мозги включать, а это не им запрещено даже для тем, кто это умеет делать. Но запрещено им своими словами говорить. Поэтому вот так и получилось. Значит, быстренько, значит, маркетинговые наши вот части. Для тех, кто недавно на нашем сайте, для ваших услуг мы, собственно говоря, сделали кликабельную подсказку для перехода на наш сайт. Она появится сейчас в правом верхнем углу трансляции. Посмотрите, вот она. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам». Специально для тех, кто хочет стать под юридическую защиту, кто хочет раз и навсегда закрыть все свои вопросы перед банками, перед кредитными учреждениями, перед вообще кредиторами, любыми микрофинансовыми организациями и подобной шушерой, онлайн займами. Все это мы делаем для вас строго законным путем. Создаем условия, когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий. Да, не удивляйтесь, поверьте своим ушам. Ну и сверьтесь, посмотрев видео на нашем сайте. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Еще раз повторяю. А для тех, кто хочет лично со мной познакомиться, переадресую вас на плейлист, который есть у нас на нашем канале «Обращение Кузнецова Дмитрия, руководителя компании «Алиам», к подписчикам. Ссылочка на плейлист кликабельная выходит также в правом верхнем углу в виде подсказки. Посмотрите, вот она. Послушайте, очень много интересного, полезного. На многие свои вопросы вы получите ответы. Ну и, конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании ролика. Там все ролики с канала, с нашего, дублируются. Можете смотреть через ВКонтакт. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вы еще не сделали. Пишите комментарии обязательно на каждое видео, которое вам понравилось. Не забудьте репост в соцсетях сделать. Поделитесь с друзьями, со знакомыми данной информацией для того, чтобы как можно больше количество людей узнало всю правду. Еще раз вас переадресую на наш сайт, где вы можете увидеть видео, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам». Кликабельная подсказка для вашего удобства выходит в правом верхнем углу. Еще раз. Вот она. Посмотрите, пожалуйста, видео на сайте, оставьте заявочку, и вам перезвонят наши специалисты. Звонить будут с телефона, который указан в правом верхнем углу нашего сайта.
не пропустите звонок юриста. Если вы уж оставили заявку, то найдите время с ним побеседовать. Это вам в первую очередь нужно. Звонить будут вот с этого телефона, еще раз повторю, в правом верхнем углу сайта www.aliam.ru. Забейте себе в контакты и внимательно следите за входящими звонками. Ну, а я вам желаю счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.